Даже не кажется, да? Но очень, очень важно, понимаете, многие читают Иилим, потому что любят душою. Некоторые не читают, потому что говорят, что непонятно. Нам надо найти какую-то середину, да, и чтоб душой, и чтоб умом. Так, раз, два, три, тут все включено, да, мы начинаем урок тогда, с вашего разрешения, хорошо. У нас с вами третий псалом, да. Я напоминаю краткое содержание предыдущих серий, очень краткое, да. Первый псалом посвящен человеку, как ему быть счастливым, или, как мы сказали с вами, как ему быть успешным, да. И ответ – быть привязанным ко Всевышнему, устраняться от плохого и быть привязанным к Торе. Да? И тогда все, что он будет делать, будет хорошо. И даст ему плоды, и даже листья его не умянут. Плоды – это на будущее, листья – это исправление прошлого, как из листьев делают лекарства. Да? Вот, второй псалом нам говорит на... А то Давид как бы рассказывает о себе, да, зачем Всевышний его избрал. Да. Мы видим, что он говорит о царе Машиахе, о будущем, да, но в любом случае, да, либо он полагал, что это его задача привести мир к такому состоянию, либо он говорит о своем дальнем потомке. Да. Суть остается той же самой. Да. Потомки или Давид, или потомки Давида, они должны... привести весь мир к исправлению, да, мир, который не очень-то хочет исправляться, устраняется от Всевышнего, потому что не понимает его, потому что боится, потому что воспринимает его как жестокого правителя, да. Вот. Мир устраняется от него, задача в будущем царя, как здесь говорится, царя, да, который помазан, который Всевышний говорит: «Сегодня я как бы родил тебя, сделал сыном тебя сегодня», задача его привести весь мир к исправлению. Да? И это то, что было в двух предыдущих псалмах. Да? И если мы с вами это понимаем, то мы с вами открываем третий псалом, да? И он бьет нам молотком по голове. Да? Вот. Потому что до сих пор все было хорошо, есть праведник, есть, ну, конечно, есть злодеи, да? Есть путь исправления мира, да, а тут говорится псалом Давида, когда бежал он от Авшалома, сына своего, да, «Мизмолы Давид бивалхом и пны Авшалом бно», да, «Господи, да, как многочисленны враги мои», да, или можно перевести по-другому, и тот, и другой перевод правомерен, «как многочисленны» или «как велики», в смысле их знаний, положения, да, многочисленные поднявшиеся на меня. Да. А есть и те, кто не являются врагами непосредственно, но те, кто пошли, потянулись за всеми и поднялись на меня. Да. Многие говорят о душе моей, нет спасения ему в Боге. Да. Села как бы никогда подчеркивает значимость этого положения, посылки, что нет Давиду никогда спасения в Боге. Да? Давайте представим себе, что здесь происходит для того, чтобы извлечь из этого какие-то, может быть, уроки. Идея как бы связи, она понятна. Да? Есть мир, который восстает против праведного царя, да, которого Всевышний выделил, дает ему силы. Да? Вот. Но есть и внутри проблемы. Есть проблемы внутри еврейского народа. Еще какие проблемы? Огромные проблемы. Да? Мы видим, что мы говорили с вами о том, что судьба Давида была очень трагична в том плане, что он не был принят народом. Да, сначала он 7 лет правил в Хевроне, только потом к нему пришли и просили его быть царем. Потом казалось бы, все как-то успокоилось более-менее. Потом в конце его жизни мы видим два бунта, да, которые не просто так возникли, которые выплеснули то недовольство им, которое было в народе. Да. Это был бунт
Авшалома, сына Давида, и бунт Шеба бен Бихри, который вспыхнул уже после того, как бунт Авшалома был подавлен. Да? Вот. И большая часть народа пошла за Авшаломом, большая часть народа пошла за Шеба бен Бихри. Да? Это тяжелейший удар. Да? В чем причина? Да? Есть много политических причин, да, о которых можно говорить, и о которых говорят там современные комментаторы, да, что Давид приблизил к себе колено Иуды, что все они занимали должности, его родственники. Это как бы естественно, особенно если царство только-только становится. Иоаб был полководцем. Авишай, сын Цруи, да, был также его полководцем, а Йоав занимал, был главнокомандующим, да, его Йоав, да. Авишай, сын Цруи, сестры Давида, был военачальником, да, важным, и как бы тем более колено Вениамина было очень недовольно тем, что Давид отодвинул их, потому что Шауль был царем до этого, а вот пришел Давид, и он отодвинул их. Мало того, что, скажем, многие обвиняли его, то, что Шауль погиб из-за Давида, так он еще всех отодвинул. Кроме того, вокруг Давида, как это, может быть, часто бывает возле царей, была охрана «самые верные», да, и охрана из чужих, знаете, такие наемники, которые не будут ни с кем договариваться, у них родственников нету там вокруг, нету никаких политических интересов, наемники, они охраняют царя. Это внешне. Внутренне получилось так, что Давид, то есть это внешне, конечно, у Давида это не было так, внешне так выглядело. Давид был в Гате, да? Как вы помните, он убежал к царю Лахишу, был в Гате, потом был в Циклаге, да, и там к нему собрались многие плештим, которые хотели идти за ним, которые хотели быть с ним, и которые были ему верны. Да. У них был даже, из них сформировался отряд, да, который назывался гитейцы, гитим. Да. Гемари иногда называют еще их крети и плети, да? Как бы люди такой сбор, сброд вроде бы, да? Но они, естественно, не были сбродом, а были людьми, которые очень были преданы Давиду и без которых невозможно представить войско Давида. Да? И командовал ими Итай Агити, да? Человек, преданный Давиду, спасибо большое, да, вот, и они составляли его, составляли ударные отряды и его охрану, да, вот, поэтому было много, скажем, много недовольства, но не это самое главное, да, в центре всего, да, как нам и говорит Гемара, да, такой подспудной, может быть, проблемой, да, было событие с Батшевой. Да. События с Батшевой, они очень сложные, их сложно понять, как бы. Да. Мы понимаем, что у них есть большая проблема, но в то же время мы понимаем, что у них есть и большая правота Давида, потому что у него родился сын, да, а сын, да, Шломо, который впоследствии построил Бейт-Мигдаш, был великим мудрецом, да, это совершенно было бы невозможно, вот, тем более в то время, когда была Ашкаха, когда были Навиим, совершенно было бы невозможно, если бы грех Давида был действительно, вот прямо как он описывается в книге Шмуэля, что он, да, пришел Натан и говорит, что он забрал чужую жену. Да. Вот, Батшева не была женою Урия Ахити, да,
одного из его воинов. Мы не будем рассказывать всю историю, пересказывать, да, просто для некоторых моментов, чтобы понять нам, что здесь происходит. Да. Она не была женой Урегахити, она жила у него в доме по как бы закону служанки, еще не была его женой. Да. И вот и поэтому нельзя сказать, что Давид забрал чужую жену, однако выглядело все это в глазах людей, выглядело это не очень красиво. Да? В чем была проблема? Да? Скажем, мы помним эту историю с Батшевой, когда Давид поднимается на крышу Иерусалима и видит женщину, которая опускается в микву. Миквы часто были на крыше, воду, да, в Иерусалиме, в городе Давида, если вы были там, очень тесно, да, вот дома стояли вплотную друг к другу, миквы были на крыше часто, да, вот, естественно, так получилось случайно, не должно было быть, что там сорвало занавеску или что-то, вот, и он увидел женщину, да, и он тут же велел ее привести к себе, да. Я вам раскрою, как бы, один секрет, как на это дело все можно посмотреть. Давид, да, Давиду было в то время 52 года, да, и он хотел и считал себя обязанным привести в мир сына, который будет его продолжателем, да, на котором будет пребывать Божественный Дух, да, и он такого сына не видел среди своих сыновей. Да. У него был сын от Авигаль, которого звали Килав, большой мудрец Торы, да, но человека, на котором по-настоящему пребывает Божественный Дух, его не было. Да. Давид считал, и, наверное, справедливо считал, да, что такого сына в мир можно привести только по великой любви, которая не знает преград, не знает никаких, да, ни ограничений, да, не знает, да, вот. И в первый же момент, когда он увидел Батшеву, он решил, что не только это та женщина, которая приведет ему сына в мир, но это тот момент, да, когда невозможно ждать, да, нужно привести в мир сына. И это мир ребенка, которым будет Божественный Дух, который построит храм. И это было, скажем, да, это было ошибкой. Да. Вот нам об этом говорит трактат Сангедрин на листе Куф Зайн, да, это была ошибка, и Давида ему нужно было подождать и так далее, да, но намерения его были совершенно чистые, да, и как бы совершенно чистые, не совершенно чистые, тут трудно говорить и обсуждать, да, но мы знаем, что в трактате Шаббат говорится: «Миша умерший Давид хата и но элатоя». Тот, кто говорит, что Давид согрешил, он ошибается. Да? Здесь очень сложно. Да? Некоторые говорят: ну вот, Давид не согрешил, он сделал правильно. Да? Вот. Здесь нужно понимать это по-другому. Да? Тот, кто говорит, что Давид согрешил, он ошибается. Да? Ты не говори. Да? Не говори, потому что понять это очень трудно, очень сложно. Да? Может быть, он согрешил, но когда ты скажешь, что он согрешил, ты ошибешься, потому что он не в том согрешил, что ты думаешь. Да? Он не потянулся за женщиной, да? Он потянулся за шхиной, да? Потянулся за шхиной и ошибся, да, в том, что нельзя было, в конечном итоге нельзя было так действовать. Да? Однако было очень много хорошего и позитивного в том, что он сделал, и это привело к рождению Шламу. Да? Мы помним, что пришел Натан, да, и сказал ему, да, что ты мертв. За то, что ты сделал, ты мертв. Да? Бен Мавитата, тебе полагается смерть от руки небес. Да? Вот. Давид тут же сказал хатати, он сам сказал, согрешил я. Когда Давид говорил, я согрешил, так он знал, что он говорит. Да? А ты не говори лучше. Да? Вот. Помолчи, если даже у тебя есть какие-то соображения, помолчи, потому что это очень трудное дело. Да? Вот. И он сразу сказал хатати, я согрешил. Да? Поэтому удивляют комментаторы, да, некоторые там книги Мусара, которые говорят, что Давид не согрешил.
Вот. И объясняют это и так далее, как то и так и другое приводит в какой-то тупик. Да. Нужно понимать, что здесь да, уровень соображения, он духовный, да, а не простой материальный. Увидел женщину, все, у него уже как бы это все, все фьюзы там, как говорят, соскочили, и все далеко от этого. Да, далеко от этого, как от неба до земли. И опять же мы видим, у него родился сын, который стал его продолжателем, который построил храм. Да, построить храм – это непростое дело. Да, построить храм – это непростое дело. Это соединить небо и землю, это изменить мир. Да, сделать так, чтобы благословение повсюду распространялось. Кто это может? Да, только великий праведник, обладающий определенной душою. Да, а такую душу нужно суметь привести в мир. Она не сама по себе не приходит. Это то, что двигало Давидом. Да? Вот. Но опять же, как мы помним с вами, да, вот, что-то похожее, мы видим это, часто видим это в Торе, скажем, Давид не исключение. Вспомним Яакова, да? Вспомним Йосефа, сына Яакова. Да? Йосеф хочет прийти к этой женщине, жене Потифара, и быть с ней, потому что он видит, что это по созвездиям она должна быть его парой, да, и он должен привести в мир человека, опять же, большого праведника. Как он может это не сделать? Да? И он идет к ней и останавливает его только, да, то, что он как бы понимает вдруг, что есть что-то выше созвездий, да, что нельзя ориентироваться только на созвездия. Да. Вот, говорят, что его останавливает такой пророческий момент, появляется образ отца перед ним, да, и говорит ему, что я тебя вычеркну из своих сыновей. Да. Но мы видим, да, что это такое непростое соображение в жизни, да, для праведников, и, наверное, для праведников прошлого, я не представляю себе, чтобы как бы в наше время вот так просто было пользоваться такими соображениями. По представлению праведников прошлого, что в мир нужно привести высокую душу, есть какие-то условия, да, есть какая-то пара твоя, которая тебе предназначена, да, вот, и так далее, и так далее. Да, говорят там, скажем, да, я не очень люблю на это ориентироваться, но примерно как бы, да, как чего не знаем, того не знаем, но примерно как бы можно сказать, что говорят, что Давид, в нем душа Адама, первого человека, а в Батшеве душа Хавы, и он увидел родственную душу, и он увидел то, что можно исправить, То, что можно было исправить, то, что было в Ган-Эден и так далее. Да? То есть какие-то соображения, которые выходят далеко, далеко за пределы материальных. Да? Однако, да, однако, скажем, да, любое, даже хорошее дело и хорошее соображение, да, если оно вот так вот делается с нарушением заповеди, оно может оказаться неугодным в глазах Всевышнего. Да, и Всевышний вынес свой приговор. Да, ты умрешь ты. Да, Давид говорит, согрешил. Тогда, значит, ему был заменен приговор, и было сказано, что беда придет тебе из твоего, беда придет тебе из твоего дома. Да. И он все время ждал этой беды. Да. Теперь идет время, растет Шломо. Во время бунта Авшалома Шломо 12 лет. Естественно, что примерно где-то 12 лет, наверное, еще не 12, 11 лет, наверное, ему еще остается какое-то время до смерти Давида небольшой, 11 лет где-то, да, вот, Шломо, он большой мудрец Торы, человек необычный, Давид знает, что он будет его продолжателем, да, возникает бунт Авшалома, да. Авшалом, я напоминаю, да, что до этого была история, да, Тамар и Амнон, да, Амнон совершил насилие над Тамар, да, Амнон, сын Давида, совершил насилие над Тамар и остался как бы безнаказанным. Тогда Авшалом взял суд в свои руки, убил Амнона, да, ему пришлось убежать,
Он жил какое-то время у царя Гешура, потом Давид его вернул, да, и говорится, что Авшалом украл сердце народа. Да. В Шмуэль Бет говорится, что Авшалом украл сердце народа, он сидел как бы около Иерушалайма, да, и когда люди выходили, он спрашивал их, ну, что царь решил. Дело в том, что царь – это судья, как мы видим, да, судья, который устанавливает моральные нормы, да, он не всегда судит по букве Тора, он иногда судит по духу Торы, да, как Давид, скажем, мы видим, да, как бы он сам себе приговор выносит, когда приходит пророк Натан и говорит, да, вот, да, я тебе расскажу притчу, был человек, который, да, бедный, у него была одна овца, был человек богатый, и вот этот богатый человек, к нему пришел гость, и он решил воспользоваться этой овцой бедного человека, и он забрал у нее эту единственную овцу, с которой он чуть ли не спал, потому что она его и ночью согревала, эта овца, да, и вот он забрал у нее и зарезал ее. Давид кричит, да, как бы разгорячившись, кричит: «Бен Мавидгу», да, смертный приговор ему, да, и это не шутка. Это не иносказание, да? Он бы действительно взял и казнил такого человека, чтобы другим было неповадно пользоваться своей силой и обирать бедных. Это его право, это право царя, да? Он судья, он может так судить, да? Вот. Для чего? Для того, чтобы опять же установить моральные нормы. Да, моральные нормы. Это задача царя. Он судья. Прежде всего, он судья, устанавливает моральные нормы в народе. Да. Вот. И, значит, да, вот. И да, Давид и Авшалом сидел около Иерушалайма и говорил: ну, если бы я был царем, я бы решил иначе. Да? Если снова в твою пользу бы решил. Он разговаривал с одной из сторон, там, скажем, ну, я бы решил в твою пользу. Да. Вот. Что там точно ему говорили, трудно сказать, но всякий раз получалось, что тот человек, которого он встретил у ворот Иерушалайма, да, который подходил к нему, когда Авшалом сидел у ворот Иерушалайма, он оказывался прав. Да. Таким образом, Авшалом украл сердце народа. Да. И когда Давид говорит... Да, и народ пошел за Авшаломом, и для Давида это было большой неожиданностью. Да? Представьте себе царя. Да? У него, естественно, есть и соглядатые, и доносчики, а он не может иначе. Да? Ему надо знать, что делается в народе. Да? Естественно, его задача не принимать лашон ара. Но, как бы лашон ара, понимаете, когда тебе что-то рассказывают, ты можешь не верить, но ко вниманию ты должен принять, да? Если, как Гедалии сказали, тебя завтра зарежут, да? Вам ты можешь не верить. Можешь не верить, но охрану надо поставить, да? Охрану надо поставить. А верить не надо, охрану поставить надо, да? Вот. Так что у царя есть свои соглядатые, свои доносчики, да? И вдруг для него это неожиданность, да? Мы слышим это в псалме-то, тут, да, «Мизморлы Давид, Вивархом ипне Авшалом но», песня Давида, когда он убегает от Авшалома, сына своего, да, «Хашем марабу царай», «Всевышний, как многочисленные, да, как многочисленные враги мои», как бывал, посмотрел, весь народ пошел за Авшаломом. Кто с ним, с Давидом, да? Он убегает от Авшалома, он выходит с горсточкой людей из Иерушалайма, да, идет в сторону горы Зитим ночью, да, для того, чтобы уйти туда к Иорданской низменности, если успеет, если не убьют его еще. Да. И он говорит, да, это такая неожиданность, да, «Марабу царай, как многочисленны враги мои». Да. Они таились, они не говорили, что они думают, да. А может, что он не хотел слышать, не хотел верить, да, своим доносчикам и соглядатаем, да. «Рабим камим алай, и многие поднялись против меня,
Они, может быть, не ненавидят меня, но они поднялись, потому что они за справедливость, и большие люди пошли с Авшаломом, да, и он, такие люди, как Ахитофель, мудрец известный в свое время, они пошли и за Авшаломом, и другие, да, и многие сказали, ну, значит, это правда, мы, значит, поднимаемся за правду и идем за Авшаломом, да, вот, и в трактате Брахот, да, здесь говорится, что странно очень называется этот псалом «Мизмор ле Давид, Бивархум и Пней Шалом, Авшалом», но песнь Давида, надо было бы сказать «Плач Давида», да, идет, да, в трауре, в мешковине, да, в ночью с поникшей головой, с горсточкой людей. Правда, люди тоже у него существенные, да, это пророк Гад, пророк Натан, пророки пошли с ним, да, еще кто-то из Иерушалаима, из мудрецов Иерушалаима, они пошли с ним, он не то, что совсем один, но все равно он идет в трауре, он опечален, да, с ним Батшева, с ним Шломо, которых он, конечно, не может оставить в Иерушалаиме, да, убегает из Иерушалаима. Людей немного, если бы было много людей, он бы стал защищать Иерушалаим, а так все оставили его, он вынужден идти и бежать из города, и тем не менее, говорится, это мизмор, это песнь, да, вот, а не говорится, что это плач, да. И тут нужно представить себе, что он не как бы, как объясняет Гемара Сангедрин на Кавзайн, да, я хотел вам читать, но я боюсь, что мы увязнем в это в Сугье и в арамейском, но я лучше перескажу, да, вот. И она, Гемара говорит, что он не сразу запел эту песню, он когда дошел до горы Зитим, его догнал Хушай Архи, и он ему что-то сказал. Что он ему сказал? Хушай Архи – это один из неевреев, советников, преданных Давиду, который был возле него, да, и он повернул его мысль Давида повернул, так что у Давида в душе появилась какая-то надежда, да. Мизмор – это не то, что радостные песни, это шир, понимаете, да, шир, запел, да, душа поет. Мизмор, да, это только что-то начинается в душе, да, мизамземками, да, начинает что-то в душе бродить, да, какая-то первая надежда, да. Вот, говорят, что это похоже на зимур, обрезание ветвей, да, когда обрезают ветвей, отбрасывают все плохое, человек начинает возвращаться к тшуве, да, ему еще как бы радоваться рано, но уже что-то есть в душе, да, вот, а у Давида, когда у него появляется такая надежда, да, когда у него в душе начинает что-то петь, да, очень часто ему есть ответ свыше. Да, ответ свыше, и он говорит уже не совсем свои слова, а слова, которые он говорит, когда на него лег Божественный Дух. Да, лег Божественный Дух. Когда на человека ложится Божественный Дух, это уже другое состояние, оно не может быть таким подавленным, да, и обязательно любой как бы контакт со Всевышним, пророка, он поднимает человека, возвышает и дает ему радость. И это мизмур. Да? Но прежде чем он пришел, да, вот, к этому состоянию, когда он запел, убегая от Авшалома, сына своего, да, вот, что он хотел сделать, как говорится, в Кувзайн, в Сангедрин Кувзайн, да? Он сказал так, да, ну что, говорит, вот как мне Натан, пророк, предсказал, да, Всевышний выписал мне смертный приговор, правда, он сказал, что он меня прощает, да, но там, знай, как все это на небесах поворачивается, да, сейчас вот, наверное, убьют меня, да, и надо понять мысль праведника, да, мысль праведника, ну убьют и убьют его, что ему его жизнь, сколько он рисковал своей жизнью, да,
Сколько он рисковал своей жизнью ради народа Израиля, ради того, чтобы прославить имя Всевышнего. Да? Сколько он был в тяжелых ситуациях. Да? В конце концов, человек может и устать уже, бороться со всеми тяготами, бороться со всем недовольством, которое его окружает. Да? Ну, убьют! Да? Дело не в том, что убьют. Да? Он думает не о себе. Да? Как опять же говорит нам трактат Сангедрин, да, он думает о том, чтобы не получилось осквернение имени Всевышнего. Да. Авшалом, сын его, убьет его, да, вот, и будет осквернение имени, будет осквернение имени Всевышнего. Да. Сын убил отца. Да, сын убил отца, осквернение имени Всевышнего. И все будут говорить, ну вот, оказывается, да, что и никогда он и не был таким праведником, Давид, все, что он делал, в этом не было праведности, да. И Давид, как говорит трактат Сангедрин, он решает сделать такое дело. Говорит, я, говорит, сейчас поставлю кирпич и начну ему поклоняться, чтобы все видели, да. Тогда все будут знать, да, что вот убили идолопоклонника. И не будет осквернения имени Всевышнего, никто не будет даже мыслить, что убили праведника. Да? Убили праведника. И он мог это сделать, понимаете, это человек совершенно нетривиальных мыслей. Да? Великий праведник. Конечно, авода зара, поклонение идолу, поклонству запрещено. Вот. Без поклонения идолам запрещено. С другой стороны, если он не верит в этого идола, если он не верит в этот кирпич, то нету идолопоклонства. Да? Есть заповедь осквернения имени Всевышнего, а он как раз хочет избежать осквернения имени Всевышнего. Да? Так что такие мысли могли бродить у него в голове, и в этот момент появился Хушай Арки. Да? Хушай Арки, его советник, друг его, да, который ему сказал, да ты что, да? Никто тебя не убьет, да? Будет продолжение твоему делу, да? У тебя вон... Ты с сыном идешь со Шломом. Это же не только твое будущее, это будущее Израиля. Да? Что ты говоришь, тебя убьют? Никто тебя не убьет. Да? Вот. И я тебе докажу, да, как говорит трактат Сангедрин, да, что тебя не убьют. Почему? Да? Потому что Авшалом это... Да, тебе сказали, что придет беда из твоего дома. Ну вот она пришла. Да? Так это же беда вместо смертного приговора. Вот. И я тебе еще скажу. Да? Ну, конечно, ты можешь сказать, что нет такого правила, что сын не убьет отца. Есть правило, что отец не убьет сына. Да? Это есть такое правило, да, говорится, мы это знаем из закона о... Махтерит, да, когда если кто-то придет в подкопе, да, вот, то есть у тебя в твой дом, чтобы обокрасть тебя, то у тебя есть право убить его, потому что наверняка, если ты будешь защищаться, он убьет тебя. Да, вот. То есть сразу, если он делает подкоп в твой дом, то кроме одного случая, да, может быть, он теоретический, но он рассматривается, да, если это отец. Копает, делает подкоп в дом сына. Да, там у сына нету права убить его, потому что отец никогда не убьет сына, не поднимет руку заранее, как бы, да, не поднимет руку на сына. Только не вспоминайте мне Тарас Бульба, пожалуйста, да. Вот, это оставим это в стороне. Вот, будем ориентироваться на Тору. Хорошо. Баруха, тата, надо, ламача, конь, город. Будем с вами ориентироваться на Тору. Да? И вот Хушай Арки ему говорит, да, ты смотри, что происходит, да, он же, да, ну хорошо, если бы это был раб, да, или это, если бы это был мамзер, а это сын Ефат Туар, да, Ефат Туар, Авшалом сын Мааха. Мааха, она дочь царя Гешура. Давид завоевал Гешур в свое время, да, и как бы как пленницу, скажем, да, не то, что он там захватил где-то на поле боя, естественно, что там с царем Гешура
как сказать, договорился, вынудил его отдать ему Маха, ему в жены. Да? И она считалась, как бы вот по закону Ефат Туар, он взял ее в жены. Авшалом ее сын. Да? Вот. И в скобках я хочу заметить, просто не могу не заметить, мы как-то говорили с вами, да, может быть, об этом где-то больше года назад была история с Рав Крымом, вот, который сейчас главный раввин Цааля, да, вот, который заявил, что допустимо, на войне допустимо насилие, да, и как бы в прямом смысле слова насилие, да, вот, и закон Ефат Туар говорит о том, что возможно насилие на войне и так далее, да. Я хочу сказать вам с полной ответственностью, да, что это колоссальная ошибка, неважно какой человек, неважно какие его заслуги, колоссальная ошибка, колоссальный хилуль Ашем, осквернение имени Всевышнего, да, вот, и совершенно неправильное понимание источников. Тора никогда не разрешала насилие, да, мало ли что говорится, да, Тахата Шери Наута, потому что совершил над ней насилие, и теперь он не может ее продать в другой народ. Так заканчивается закон о Ефат Туар. Ну хорошо, Тора написала насилие, да? Вот. Но ты посмотри, мало ли что в Торе написано. В Торе написано глаз за глаз, и зуб за зуб, око за око, да? Кто-нибудь когда-нибудь, ты слышал, чтобы в нашей истории кто-нибудь когда-нибудь выковыривал кому-нибудь глаз? Да? Ты слышал об этом? Вон, мусульмане, которые буквально понимают, так они выковыривают ложкой к человеку глаз. У нас этого не было никогда. Это величайшая жестокость. Да? Мало ли что Тора пишет как соображение, да? Потому что насиловал ее. Ты открой Рамбама, Маймонида и посмотри, да, что насилие запрещено. Да? Уговаривать ее может. Да? Надавить на нее может, да. Можете ей сказать, как бы, да, это дочь из побежденного народа. Можете ей сказать, да. Ну, договориться, предложение какое-то интересное. Да, предложение, правда, что ты будешь тут с голоду помирать, да. Я тебя, да, я воин тут, я тебя в шелках буду держать, да. Вот ты есть будешь в золотой тарелке у меня, да. Это пожалуйста, да. Но насилие, бить, да. Бить, тем более, что она потом его будет женой, как-то кто это разрешил, да? Кто это разрешил? Если бы, страшно представить себе, да? Но если бы было разрешено насилие, то был бы закон, какое насилие допустимо, да? Вот что делать, огнем жечь, сигареты прижигать ее, там, бить в глаз, там, скажем, руки выкручивать, это допустимо, да? Вот, но зуб выбить уже недопустимо, тогда была бы такая галаха, да? Что вы... Да, часть раввинов пришли нам рассказывать, куда вы нас ведете. Да? Мы народ милостивый, высоко нравственный, не теряющий свою нравственность нигде и на поле боя, да, и теоретически, и практически. Да? Мне один человек, защищая Рав Крыма, да, тоже раввин говорил, ну, то он прав, там написано, да. Я ему говорю, послушай, у тебя сын в армии. Ты ему скажешь, что он может насиловать, то сразу молчал. Сразу молчал. Ну, да, говорит, вроде ты прав, да, практически так нельзя. Какой практически? Не практически, не теоретически. Тора как бы, да, в страшном сне Моше Рабейну не видел ничего подобного. Да. Вот. Это как бы, да, скажем, это в скобках. Поскольку мы говорили за Маха, Давид забрал ее у царя Гешура, да, и она как бы, вот как Ефат Туар, пленница такая, да, она родила Авшалома. Да, вот. И Хушай Арки говорит, да что, что у нас написано в Торе, да, про Бен-Сореру Море идет за, после Ефат Туар, тот, кто берет женщину, да, вот так вот в плен, женится на ней, проявляя давление, не насилие, а давление, да, то потом сразу идет закон Бен Сореру Море для того, чтобы сын бунтующий, да, для того, чтобы сказать, что если человек вот так вот поступает, если он так заключает брак, то есть большая
с таким с давлением, да, то есть большая вероятность, что дальше родится сын, который будет бунтовать против своего отца. Вот тебе произошло, вот тебе наказание, это наказание за Мааху. А грех с Батшевой Всевышний тебя простил. Да? Вот, может быть, да, вот. И Давид воспрял духом, он понял, да, что он не будет убит, да, что он не будет убит, что не нужно ему ставить никакой кирпич, чтобы для того, чтобы защитить имя Всевышнего, чтобы не говорили, что убили праведника, сын убил отца праведника, да, не нужно ему ничего это делать, да, и он тогда он запел, поняв, что есть будущее, да, будущее. Не о своем будущем он заботится, не о своих еще нескольких годах, которые он проживет до 70 лет, а о будущем народа, о будущем Авшалома, не Авшалома, Шломо, который построит храм. Да? Это, скажем, да, то, что та картина, которая здесь разворачивается. Да? После греха с Батшевой, да, Давид полгода пребывал в трауре. Да? Шхина отошла от него на полгода, Сангедрин оставил его на полгода, пока он не сумел, пока не стало понятно, что пока он не сумел убедить Сангедрин, да, убедить Сангедрин через полгода, да, что он имеет право жениться на Батшеве, уговорил Батшеву, которая была в ужасе тоже, да, вот, и она как бы сама пошла на это, потом была в ужасе, да, уговорил Батшеву, женился на ней, прошло полгода, тяжелейших полгода, когда говорят, что у него была цараат, была проказа у него, да, вот, он раскаивался, Сангедрин отошел, Шхина отошла от него, да, только после этого, да, родился Шломо, потому что вы помните, что первый ребенок у Давида умер, да, вот. И да, так что песня эта, она не, как бы, да, не то, что просто мизмор, не восторг, шир, да, когда летит человек на крыльях, да, а мизмор, песнь, вот, когда душа начинает приподниматься, потому что она видит какой-то просвет. И опять же, просвет не столько для себя, как для всего народа. Да. Раби Момлим Ленавши Эн Ишуата Ло Бейлогим Села. Да? Многие говорят, нет его душе спасения, спасения в Боге, да? В Элоким. Всевышний никогда не будет заступаться за него. Да? Много причин. Да? Выводил столько людей на войну, они погибли. Да? И это приписывали Давиду, вменяли Давиду в вину. Давид говорит, «Ваата Гашем маген баади, а ты, Всевышний, щит мне, кводи умерим руши. Ты слава моя, и ты тот, кто поднимает мне голову, тот мне даст поднять голову». Да? Откуда Давид знал, откуда у Давида была надежда? Не только потому, что Хушай Архи рассказал ему, да? И как нужно, как люди должны были понимать, да, вот царь, да, вот про него говорят столько плохого, да, вот какой-то непонятный поступок с Батшевой, да, как понимать, за кем идти, да, пришел Авшалом, говорит, мы здесь сейчас наведем порядок, у нас будет справедливый суд, да, вот, у нас будет справедливый суд. А если будет справедливый суд, то, значит, не будет таких войн уже, да, и не будет погибать столько людей. За кем идти, скажите мне, вот мы бы были в такой ситуации, за кем идти? Да. Рагбили. А? Рагбили. Неисправимый. Неисправимый враг. Рагбили. Я вам скажу, да. Вопрос? Да-да. Почему грех Батшевы? С Батшевой грех не грех, 110-е дело. Он послал человека на смерть. Вот это грех. То есть почему это не грех Урии, а грех Батшевы? Это правильно. Это правильно вы говорите, да? Если мы внимательно будем читать Шмуэль Бет, да, то мы увидим, что Ури вел себя таким образом, да, что
У любого царя не было никакого другого выхода, кроме как казнить его. То, что Давид решил сделать это тайно, это была большая проблема. Да? То, что потом сделал Йоав, да, это как бы усугубило положение дел. Да? Но конкретно никто Давиду не вменяет в вину то, что он казнил Ури Вахити. Плохо то, что он это сделал вот таким образом. Надо было набраться силы и сделать это открыто царским судом. Да? Вот. И даже то, что сделал Ури Вахити, он фактически поднимал народ против Давида в открытую. Да? Вот. И не только народ, его гвардию как он поднимал против Давида. Дальше тоже следовало ожидать, как бы скажем, да, вот по обычному ходу вещей, да, что гвардия возьмет и убьет Давида сама. Знаете, что такое гвардия? Да? Вот декабристов, помните? Ого, как? Да. Гвардия – это страшное дело. Это охрана. Да? Когда охрана, и охрана часто решает, устраивает перевороты, решает судьбу страны. Да? Вот, и охрана, она, как вы знаете, она может убить того, кого... Это правильно. Все, что вы говорите, это правильно. Почитайте Шмуэль-Бет внимательно. Я постарался всю эту ситуацию расписать. Да? Когда мы читаем так поверхностно, да, как читают многие израильтяне, к нашему великому сожалению, да, и они читают Танах, говорят, Танах это так просто, да, так хорошо, так на душу ложится, да. Но оно, конечно, просто, да. Но в Танахе все, как бы, все скрыто, требует комментария, требует вон трактатов Талмуда, да. Вот пока примите на веру, да, что Ури был готов поднять бунт и убить Давида. Он в лицо ему высказывал такие оскорбления, которые ни один царь простить не может. Да? У царя есть даже заповедь. Говорят, что царь, которого оскорбили, он не имеет права простить свое оскорбление. Да? Не имеет права. Он хочет, может быть, но не имеет права. Да? Так что с Ури здесь ситуация как бы в том, что он его казнил тайно. Да? И никто не вменяет ему это в вину, как бы за это, вот, конкретно то, что он казнил Ури. Да? Вот. Теперь наш вопрос, да, насчет охраны, да, вот тут недавно в Израиле был случай, да, когда непонятно, кто убил охраняемого. Ну, я уж не буду, мы, как говорят, не сторонники прямых аналогий. У меня был в институте по научному коммунизму был преподаватель, который, когда начинали что-то говорить, у него была такая фраза, когда он хотел кого-то остановить, он говорил, мы не сторонники прямых аналогий. Да? Так что мы не сторонники прямых аналогий, вот, но есть задуматься то ситуация, когда охрана... Так что гвардия – это серьезное дело, да? И допустить бунт в гвардии – это было просто как самоубийство. Да? Вот, теперь... Тот вопрос, который как бы перед нами стоит, он очень трудный, да, очень трудный. На что ориентироваться? Да? Пророки пошли с Давидом. Натан и Гад пошли с Давидом. Они ночью уходили с ним. Они остались ему верны до конца его дней. Они, как вы помните, да, в общем-то и тот, и другой, сыграли важную роль в том, что Шломо стал царем, а не Адония, да, скажем, вот, что Шломо стал царем. Да. Пророки поддержали Давида. Да. В наше время, конечно, гораздо труднее. Да. Пророков нету, да. Но мы сами виноваты. Да. Теперь приходится самим разбираться, да, кто прав и кто виноват. Приходится искать какие-то ориентиры, да, вот, кто прав и кто виноват. Да. Я вам говорил, что, как бы, может быть, каждый вырабатывает для себя какие-то критерии, какие-то ориентиры. Для меня
критерий – это настоящая любовь к земле Израиля. Да? Настоящая земля Израиля. Не то, что один раз пойдет защищать, да, а другой раз продаст. Да? А настоящая любовь к земле Израиля, когда человек понимает ее, чувствует и готов прикладывать немалые усилия и даже рисковать своей жизнью для того, чтобы защищать землю и народ, который живет на ней. Да? Вот. А так, да, во время Давида понятно, что было делать. Да? Вот. И нужно было вспомнить, что Давида на царство помазал Шмуэль. Может быть, Шауля тоже помазал Шмуэль на царство, да? Но помазал его Шмуэль, и он сказал, да, это навечно. Да, навечно, Всевышний заключил с ним союз и так далее. И в этом плане тоже можно было послушать Шмуэля. Да. Увидеть человека очень трудно, как мы с вами говорили, про того же Давида в Шмуэль-Бет, когда, когда Шмуэль приходит в дом Ишая, сказано, да, «Ки-гашем, ки-адам ро-э-ли-наим, ви-гашем ро-э-ли-ли-бав». Да. Человек видит глазами, а Всевышний смотрит в сердце. Да? И увидеть, конечно, очень праведника и человека, и мотивы его поведения очень-очень трудно. Опять же, когда были пророки, было легче. Да? Нам разбираться очень-очень трудно. Да? «Инша атало вилакимся». Да? «Вата ашем ваген бади». «Ты Всевышний щит». Да? И ты защищаешь мою честь, да, и ты поднимаешь мою голову, даешь мне возможность поднять голову. Я иду, уткнувшись в тропинку, да, носом, не смею поднять головы. Ты дашь мне поднять голову. И опять же, не для меня, а для того, чтобы продолжить дело мое, да, то, чтобы продолжить мое дело. «Коли Иль-Гашем икра», да, я взову Всевышнему голосом, да, не шепотом, да, вот, а голосом я взову ко Всевышнему. Да. До сих пор я шептал молитвы, сейчас я буду молиться во весь голос, пусть все слышат. Да. «Вианэнь», он мне ответит. Да. «Миар Кодшо», с его горы святой. Да, с его горы святой. Да. Вот. С того места, где будет построен храм, да, потому что ради этого я все делал только ради этого, для того, чтобы был построен его храм. Миар Кодшо. Да. «Ани шахавти вейшана кицоти кихашем исмехени». Я лягу и усну, да, проснусь, потому что Всевышний поддерживает меня. Да. Вот, я не буду рассказывать тут, скажем, всю историю, которая связана с этой фразой, но мы можем представить себе, да, что Давид говорит, что и днем, когда я молюсь и прошу Всевышнего, мне и защита. Да, и я уверен, что когда я ночью лягу спать, да, и ночью, как бы, да, вот говорят от мудрецов, подходит шхина ночью, душа поднимается как-то к Всевышнему, да, человек остается ночью беззащитным, да, ночью всякое может случиться, когда он спит. Да. Я верю, что Всевышний ночью защитит меня, и утром я встану, да, потому что у меня есть цель. Да, есть цель, и это не цель сохранения моей жизни только, да, а если сохранение жизни, то для чего-то. Да? «Ло и рами рибаво там», я не буду бояться множества народа. Да? Он испугался множества народа, потому что с народом правда. Это в эпоху Хашманаев выяснилось, что это не всегда бывает. Да? Давид видит, что народ идет против него. Да? Когда большинство народа идет против него, царь теряет свое достоинство, потому что царь, он царь до тех пор, пока большинство народа поддерживает его по закону Торы. Народ отказался от него. Все, он не царь. Да? Вот. И он видит, что большинство народа идет против него. Он не понимает, есть ли у него право вообще продолжать что-то делать. Его как бы отправили в отставку. Да? И теперь он говорит, да, я понимаю, да, что когда большинство против тебя, это еще не все. Да?
Ашер Савив Шату Алай, большого числа народа, который вокруг меня, да, Кума Гашем, вставай Всевышний. Да. Это интереснейшее обращение ко Всевышнему, как так Маше обращался ко Всевышнему, да, встань Всевышний. Да. Вот. Когда он обращался ко Всевышнему, Маше, встань, да. И когда народ трогался, да, и когда народ трогался, в путь в пустыне, то Эрев Рав выходил за пределы стана, оставался за пределами стана. Да. И он говорил Всевышнему, поднимись, приподнимись как бы, да, приподнимись, да, отделись от Эрев Рав, отделись от тех, кто вышел из Египта, хорошо, они идут с нами, да, но приподнимись над ними немножко. Да, вот здесь, опять же, когда нет возможности довести эту ситуацию до конца, просто нужно принять во внимание, что также Моше обращался ко Всевышнему. Понятно, в чем дело? Кума Гашем, стань Всевышний, да, потому что Всевышний как бы с народом, с большинством. Давид просит, да, Всевышнего, ты приподнимись немножко над ситуацией, посмотри чуть-чуть сверху, да, посмотри чуть-чуть сверху. Да. Не всегда большинство, как оказывается, бывает право. Приподнимись чуть-чуть, да. Ошиэни Элукай, спаси меня, мой Бог, да. Тиекита и Колю Вай Лехи, да. Всех врагов ты ударил моих по щеке, да, то есть опозорил их. Да, опозорил их, да, они хотели опозорить меня, ты, Всевышний, опозорил их, Шинейри Шаим Шибарта, зубы злодеев выбил. Да. И последняя фраза, колоссальная совершенно, Легашема Ишуа Алямха Берхатеха Села, да, у Всевышнего спасения, как бы за Всевышним спасения, но благословение его на народе, да. У Давида есть, как бы мы видим, есть конфликт с народом, да, есть конфликт с народом. Но он не ограничивается тем, чтобы сказать «Всевышний, спаси», да. Он говорит еще, что благословение твое, Всевышний, должно быть на народе. Меня спаси, но народ не наказывай. Народ не наказывай, не лишай его благословения, да, вот как бы выведи нас на какой-то путь, да, который приведет нас к благополучию и благословению. Да? Так что, ну вот слова Давида, да, вот, и, скажем, хотелось бы сделать какой-то практический из этого вывод, да, но очень трудно. Можно принять только во внимание, да, что не всегда видно, кто праведник, да, не всегда большинство право оказывается, потому что большинство не всегда видит праведника. Да? Праведник может оказаться скрытым. Да? Вот это то, что можно представить себе из этого псалма. Да? И еще, конечно, можно представить себе очень легко, да, то, что наше неумение понять праведника, увидеть праведника, да, оно как бы вот тормозит весь процесс исправления мира. Да. Но опять же, рецепта я не знаю. Если кто-то придумает рецепт, как определить праведника, да, то тогда скажите. Да. Что-то хочется спросить? Может, выключим микрофон?